Приветствую вас, это первый раз, когда я играю в Total War Warhammer 2, вообще в Total War Warhammer. Буду учиться сразу же на высочайшем уровне сложности Империи Смертных, потому что другой вариант, как я понимаю, там какое-то ограничение по времени, я не очень это люблю, тем более на первый раз. Однако, выбор персонажей и, собственно, сложность. Поставим предмаксимальную сразу, потому что на максимальной, на легендарной вот здесь вот вообще никто не играет, даже супер киберспортсмены по этой игре, потому что она полностью неадекватная, то есть там самые крутые ваши прокачанные отряды, они не смогут один на один убить самый слабый, любой самый слабый отряд противника. Вот, то есть эта сложность неадекват, поэтому ставим вот предмаксимальную здесь и здесь. Так. Теперь, что касается выбора героев. Высшие эльфы, людоящеры. Темные эльфы. Скавины. Утопленники. Цари гробниц. А, нет, это берег вампиров раса. Там еще какие-то фракции разные в рамках одной расы. Империя. Гномы. Зеленокожие. Графы вампиров. Норска. Бретония. Лесные эльфы. Боевые стада зверолюдов. Хаос. В общем, огромное количество персонажей. Так. Так. Ну, меня, если честно, тянет вот в эту сторону. Давайте попробуем. Альберик из Бордело, Бретония. При виде герцога Альберика из Бордело враги содрогаются от страха, ибо он не знает равных на поле боя. До сих пор его не смог одолеть ни один смертный воин, вооруженный обычной сталью. Будучи одним из величайших мастеров копья и меча во всей Бретонии, Альберик нередко сражается плечом к плечу с королем Луаном, сокрушая силы зла во имя Леди Озера и своего морского покровителя Манана. Будет жестко, потому что первый раз сразу на такой высочайшей сложности. Ну, считайте на максимальной, потому что остальные сложности не в счет, они вообще неадекватные. Приветствую вас, герцог Альберик из Бордело. Морской ветер пока еще хранит ваш край от удушливой тьмы, наползающей с суши. К северу от вас находится проклятый город Музильон. Бретонии безразлично его скверно, но вам придется иметь с ней дело. Резиденции короля Леанкура в далеком Куроне угрожают орки с соседних гор. Корона рассчитывает на вашу помощь, но выбор остается за вами. Мариенбургским торговым королям нет дела до Бретонии. Они слишком заняты приумножением своих богатств. Но, несмотря на жадность, они могут быть полезны. Горы кишат гномами и зеленокожими, постоянно воюющими друг с другом. Если кто-то из них решит спуститься в Бретонию, войны не миновать. Буря, которая сгущается над Бретонией, неизбежно затронет и Бордело. Да, Альберик, вы не король, но вас хранит морской бог Манан. Сила океанских волн поможет вам защитить герцогство и сокрушить его врагов. Так, как они играют? Это, видимо, обучение, обеты, честь, зеленый рыцарь. Можно призывать крестьяне. Тоже можно завербовать, они будут сражаться. Но, видимо, это для массовки. Если массой пытаться задавить или на крайний какой-то случай. Герцоги Бретонии уже много веков следуют кодексу рыцарской чести. Храните эту традицию, идущую от самого Жиля Лебретона, и ведите своих рыцарей к славе. Так, достичь 800 чести, достойный. Казна тогда плюс 5000. А где... Ну ладно, будем разбираться. Еще даже я интерфейс ничего не знаю. В общем, чувствую, будет очень жестко. Скорее всего, проиграю, но... Таков путь самурая. Самурая-рыцаря. Так, ну, во-первых, я вижу минус 6. Значит, это контроль. Он у меня далеко в минусе. Значит, минус 4 это из-за сложности, видимо, из-за сложности кампании. Сразу стартовый дебаф. И минус 4 из-за налогов. Значит, при текущем положении вторжение начнется через 17 ходов. Так, мне надо найти, где налоги возможно уменьшить. Но сейчас посмотрим. Может быть, будем балансировать и в последний момент их уменьшать. Надо вот это подумать. Так, в принципе, я могу указы издать. Вот здесь почитание леди я нашел. Контроль плюс 5, но все равно минус 1 у меня будет контроль. Надо что-то подумать. А сбор налога что, я только совсем убрать могу? Я не могу его уменьшить, что ли? Вот здесь про это написано. Так, ну, в основной вкладке, посмотрите, по доходам у меня фоновый доход 2500. Я надеюсь, что он постоянно будет. И налоги лишь 700. Так, ну давайте попробуем указ почитания леди. И, соответственно, освободить от налога. Только почему-то почитание леди, оно постепенно, что ли, будет действовать? Наверное, постепенно. А я могу несколько указов издать, интересно, сколько их всего. Да, этот указ в начале следующего хода. Вот, может быть, я мог бы еще денег повыжимать и потом этот указ издать в последний момент, но давайте пока так. Так, еще у меня Аквитания, как я понимаю, тоже мне принадлежит. Вот их гарнизоны. Выглядят так, как будто их там много, но что-то мне подсказывает, что на самом деле это немного. Так, я так понимаю, что налог я отменил и отсюда, одновременно. И у них контроль... То есть это как бы они к одному региону принадлежат. У них общее. Так, вот это, наверное, союзники, потому что они зелененьким, но не подсвечены. Замок Бастон. Так, значит, у нас на юге союзники. Справа это какие-то, наверное, башкадавы. Звучит не... Башкадавы. Звучит не очень миролюбиво, но значок над ними такой, типа оранжевый, видимо, нейтральный. Хотя у этих тоже оранжевый значок, но они... А, это приемлемый климат, это значок климата, понятно. Так, но вот эти вот явно враги, потому что у них с гербом фракции значок... Вот, они порицают. Очень плохие отношения. Ну, давайте попробуем. Так, слушайте, а у меня герой даже без армии, лол. Что же мне делать-то? Ну, надо нанимать армию, очевидно. Так, а по технологиям что там? Я могу что-то выбрать. Интересно, они напоминают, когда у меня проседание происходит по технологии? Скорость 100%. Видимо, да, видимо из-за... А, ну, не знаю, я думал, тоже сложность влияет. Ну ладно, в общем, как есть. Так, ну технологий тут на самом деле очень много. О, инвестиции в экономику есть. Доход от главной постройки поселения плюс 3. Доход, конечно, мне нужен на армию, потому что я сейчас... Мне придется отказаться от налогов. Вот тут контроли я вижу. Может быть, кстати, в будущем и получится налоги вернуть. Либо в комментах мне подскажете вы, как это сделать. Но я еще не знаю, насколько тут битвы тяжелые. Возможно, я сейчас начну в экономику вкладываться, а выяснится, что я ни одну битву выиграть не могу. Поэтому это большой вопрос. Ну, мне кажется, в экономику лучше взять раньше, потому что она накапливается. Вот, попробуем. Но вполне возможно, что я ошибаюсь, потому что я не знаю, что тут лучше. Так, рассчитайте итоги или пропустить уведомления. Нет, подожди. Так, технология выбралась, через 5 ходов она завершится. Дипломатия, это понятно. Кстати, у меня там уже бонусы к торговле. Дипломатия служит для поддержания отношений с другими державами. Прежде чем заключать соглашение, тщательно все обдумайте. Так, торговые договора. Да, у меня же бонусы какие-то должны быть от торговли. Там было что-то написано. Так, сейчас я, подождите, дайте мне сообразить. Ну, собственно, вот я щелкаю на казну. Здесь показано содержание, почти половину съедает. Слушайте, то есть у меня, да, у меня доход совсем мизерный. Вот здесь экономика аграрная написано. Ваша усадьба работает с максимальной отдачей. Содержание минус 100 для толп крестьян. Ну, а толку я их найму? Я уверен, что их сейчас раскидают вообще. Может быть, даже их нанимать-то и не стоит. Небось, какие-нибудь дебафы дают к провинциям. Типа, что вы всех призвали или типа того что-то. Ну, хотя не знаю. Так. Даниэль Легарко. Подожди, а это разве наш основной персонаж? По-моему, его Альберик из Бордело звали. Ну, хотя он очень похож. Подожди, я что-то немножко... Паладин. Так, ладно. Так, тут цель, поддержание, какие-то эти самые у него, поддержка, сопротивление выстрелам, его бонусы, особенности. Тут они будут драться сами на этих. Так, а вот это вот, вот он, наверное, вот он, Альберик, он у меня высадился. И у него армия есть. Ха. Давайте, наверное, соединимся вот с этим. Вот, и вообще, наверное, конечно, мне бы напасть надо вот на этих попробовать. А, тогда это пусть соединяется со мной. Так, действия героев. А, он тренировать будет, типа? Так. Ну что, Альберик, давай попробуем. Так, ходы закончились, ждем. Вполне возможно, что я что-то еще не сделал, что надо было еще сделать. А, точно, я хотел торговлю попробовать заключить. Потому что у меня у фракции бонусы. Так. Йо-йо-йо-йо-йо, тише-тише. Грядет битва. Тщательно оцените свои шансы. Враг уже близко. Скоро прольется кровь. Ну, судя по всему, 50 на 50. Да, иначе бы они на меня не напали, Красный Герцог. Пам-пам-пам. Так. Сейчас посмотрим. Значит, у меня... Пешие оруженосцы. Это пехота с тяжелыми мечами. Это просто для ближнего боя. Пехота с копьями. Пушечное мясо. Пехота с топорами. Стрелки. Есть стрелки. Ударные всадники. Отлично, можно будет обойти. И еще какие-то ударные всадники. Почему-то они... странствующие рыцари, доспехи и щиты. Доспехи и щиты, борьба с пехотой, борьба с крупными целями. Это рыцари королевства. Так, у них крупные цели разве есть? Пехота с мечами, зомби. А, это нежить. Так, пехота с мечами. Скелеты-копейщики. Пехота с мечами. Всадники. Ух ты, всадников много. Варгульф. Это что, здоровая какая-то тварина? Да, единица представлена. Значит, у них здоровая какая-то тварина есть. Очень высокая скорость, блин. Вот этот бонус тренировок, опыт за ход плюс 30. Эту армию сопровождает герой. Вы вовсе не обязаны лично командовать каждым сражением. Уверяю вас, многочисленные боги войны в любом случае возьмут свое. Нет, извини, это первая битва, я себя буду утомлять. Ну что, давайте... Так, а разведка, что там, да? Что там за поле боя, это мне хотя бы понять. Ага, и что? Ничего не понятно. Типа простая местность. Вот здесь какая-то фигня. Можно ли на нее встать будет? Непонятно. Ладно, давайте начнем. Дисциплина характеризует готовность отряда продолжать сражение. Если он упадет слишком низко, отряд перестанет подчиняться приказам и побежит с поля боя. Ну, собственно, знамя мигает у... если они сейчас собираются бежать. А когда уже совсем бегут, то в белый цвет. Мой господин, ваши воины готовы вступить в бой. Они ждут ваших приказов. Слушай, не повезло на самом деле. Может быть, конечно, кто-то со мной поспорит. Но, как я предполагаю, не очень повезло, потому что у вражины получается... Это что, это из-за сложности, что ли? У врага сразу же выгодная позиция более. Да, это, наверное, из-за сложности. Но, с другой стороны, смотри, они напали на меня сами, правильно? Значит, они могут пойти в атаку. Я надеюсь, что они и пойдут в атаку, потому что у них стрелков нету. А я буду от обороны. А вот это вот... вот это я могу использовать, но вряд ли. Нет, не могу я сюда никого разместить. В принципе, да, я могу спрятать стрелков. С другой стороны, я могу спрятать кавалерию вот здесь, потому что пехоту-то надо выставить, они все равно ничего не сделают, у них стрелков нету. Так, ладно, дай подумать. Так, вот этот рельеф местности я могу использовать, по крайней мере, чтобы мне, наверное, во фланг не ударила никакая конница. С другой стороны... Если я буду драться здесь все-таки очень много деревьев. Я могу, конечно, выйти на открытое пространство, но тогда я стану уязвим под конницу. С другой стороны, я могу расположиться вот здесь. Таким образом, вот этот фланг обезопашу. Если кто-то на меня... Хотя, блин, как я обезопашу, если они здесь пойдут? Но я думаю, я их, надеюсь, заранее увижу. Либо вообще могу вот сюда, но здесь совершенно открыт буду. Не, лучше лучников с одного фланга, наверное, обезопасить. Так, какие у них есть построения? Режим обороны. Объединить в группу. Ну, костяк. Костяк однозначно должен быть из этих самых. Надо их выдвинуть максимально все-таки вперед. Костяк должен быть вот из этих. Однозначно из пикинеров. Они в режиме обороны должны быть. Так, пехота с топорами, это потом все. Соответственно, стрелки. Стрельба без приказа, режим перестрелки. Так, режим обороны, боевой порядок. Ближний бой впереди, стрелки спереди. Нет, это стрелки, понятно, будут спереди. Так, я их выведу еще вперед, стрелков. Вот сюда вот. Надеюсь, они успеют дать залп. Так, ударные всадники. И все-таки нужны, конечно, подробные сведения об отряде. Вот так вот можно. Борьба с крупными целями, да. Но мне нужны всадники, борьба с пехотой. Вот кто меня сможет обойти, вот в чем. В принципе, я могу всадников как сюда. Так, пехота с топорами, пехота с тяжелыми мечами. Но это, по сути, как элитка будет. Вот, а пехота с топорами, живой щит, пушечное мясо. Это тоже, конечно, не очень... Не очень камильф. Хотя, наверное, лучше еще одних копейщиков на флангах, потому что там неизвестно, как и что будет. О, так они такие голимые, пехота с топорами. Они, смотри, они даже строй не могут держать. Да, это, походу... А у них даже не топоры, у них лопаты и вилы. Это вообще... Это реально пушечное мясо. Слишком в буквальном смысле этого слова. Так, ну вот эти вот... Это элитка. Но у них почему-то щиты за спиной. Как сделать, чтобы они... Вообще можно так сделать, чтобы они щиты использовали? Борьба с пехотой. Да, наверное, я их посередине все-таки поставлю, чтобы копейщики обороняли фланги. Вот так. Тоже режим обороны, потому что по логике конница должна с фланга ударить. Так, отлично. Значит, вот эти пусть у меня в резерве будут. Где-нибудь, например, вот так вот. Топористые. И вот эти вот топористые еще вот с этой стороны. Так, теперь осталось выбрать каву. Ударные всадники, борьба с крупными целями. Вот эти вот борьба с пехотой как раз. Но, значит, вот этих всадников Я попробую спрятать в лесу. Они прячутся вообще в лесу, нет? Так. Вот этих всадников я использую, чтобы вот так вот их флангануть. Если они сами меня не фланганут, конечно. Вот так вот ударить противнику в тыл. Вот. А, значит, остальных всадников я, наверное, все-таки буду... Блин, как же лучше поступить-то? Так, и вот, кстати, мои эти основные герои. Пусть они вот здесь вот тоже стоят. Так. Так, ладно. Пусть конница будет немножко поодаль. Вот здесь. Да, ладно. Конницу туда вот с этого фланга размещу. Так, эти тоже пусть в обороне, тоже в обороне. Так, вот все, кроме стрелков. Ну... У меня плохое предчувствие, но делать нечего. Давайте же начнем. Ху-ху-ху. Обращайте внимание на расположение ваших войск в битве, лорд. Чтобы добиться наибольшей эффективности, растягивайте отряды. Так, всадники, понятно, они решили сюда, на моих всадников. Так, стоп, стоп. Вон, вон эта херня. Стоп, а пауза тут вообще ставится? Почему-то на пробел не ставится. Это какой-то гигантский вампир. Лол. Ох, жесть. Вот тварина-то, а? Ладно. Так, тихо, 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 тихо. Все, они уже здесь, всадники. Понятно, они будут прикрывать от этой хрени. Так, а там всадники, черные рыцари. Тоже всадники, зараза. У меня тут... Я в меньшинстве получаюсь. Так, перевожу два отряда сюда. Всадников. Этих я перевожу еще сюда поближе. Так, лукари начали работать. А почему им пофигу? Так, всадники. О, пошла, пошла. Так, эти у меня против пехоты. Ой, еще там всадники идут. Так, пусть им пехота тогда помогает. Вот сюда идет идти. Так. Мои держатся. Что-то они не очень держатся, если честно. Этих я тоже послал. Так, борьба с крупными целями. Ах ты, сука. Так, этот начинаю обходить здесь. С фланга. Тесните. Мои чё, бегут? Воины упали духом и побежали. Остановите их и заставьте вернуться в бой. Так, атакуй. Атакуй. Так, приказал своим атаковать. О! Блин, чертова нежить, это жесть. Повелитель, ваши войска начинают сплочение. Собравшись с духом, они продолжат бой. Вот так, так бы сразу. Так. А как же вам надо обходить? Вот сюда. Эти еще сражаются. Сейчас добьют, я думаю. Надеюсь. Они что, проиграли этой тварюге? Нет, они еще сражаются. Один отряд. Все уже сами в крови. Так, вот эти вот рыцари должны еще раз, наверное, разбег дать. Как и вот эти. Надо в флангах смять хотя бы один. Еще раз. Да, Кавой придется так руководить. Напуганный вражеским отрядом. Так, вот эти вот должны помочь, топорщики. Ай-яй-яй-яй-яй. Тварину убейте эту. Вы же как раз против больших целей. Зараза, ты посмотри, как он... Кока еще, у него все уже, ХП должно закончиться. Вот так. Так, надо их обойти. И вот эти надо обойти. Очень их, конечно, много. Да быстрее. Это что, вражеский полководец? Да, герцог, маг. Так, на него. Так, уничтожили отряд. Надо их быстрее уничтожать. Блин, опять бегут. Так, лукари-то работают? Или у них закончились припасы? Измотанные. Так, пауза. Это вообще крестьяне с луками, то есть самые худшие стрелки, видимо. Так, боеприпасы 12. А красненьким показано... А, значит, они еще могут стрелять, да, по идее. Так, пусть тогда стреляют. Продолжаем. Так, еще разворот конницы. Сейчас еще надо забеги делать. Сложно даже отступить. Так, что, получилась незначительная победа. Ничего себе, вы выиграли эту битву, но не радуйтесь. Едва ли боги будут благосклонны к тому, кто был так близок к поражению. Ну... Что ж, первая битва, первая победа. Причем они сами на меня напали. А когда и нападает сам, обычно он уверен в победе. Было. У него численный перевес был. У меня потерь меньше. Они всех потеряли, эти гады. Отлично, всю нежить перебил. Но, блин, она, значит, вообще не отступает, нежить. Она до конца сражается. Или они могут отступить. Я просто не знаю, я, конечно, понимаю, что там логично, по идее, что нежити пофигу, она будет до конца сражаться, но тем не менее, я же не знаю, какой лор, может, все-таки тут нежить полуразумная. Вы победили, мой господин. Пришло время решить, как мы поступим с пленными. Иногда выгоднее проявить милосердие, а иногда, наоборот, жестокость. Так, потребовать выкуп. Хоть это и не по-рыцарски, за этих пленников можно потребовать выкуп. Туда честь минус. Либо казнить пленных. Они должны заплатить за то, что посмели встать на пути правого дела, убить их всех. Казнь пленных, ходы 5, враги не узнали пощады. Наши воины торжествуют победу. Дисциплина плюс 4. То есть отпустить вообще нету. Ну логично, в принципе, нежить, конечно. Давай казнить их нахрен. Так, у меня по... Тихо-тихо. А как он... А, то есть все-таки гад такой частично откуда-то смог отступить. Так, а это еще кто такой плывет? Тихо-тихо. Мне одного врага достаточно. Бретония является собой оплот чести и благородства в этом темном мире. Ваши бесстрашные рыцари надежно защищают королевство от бессердечных негодяев и опасных зверей. Соберите герцогов под свои знамена, и благословение леди принесет вам победу. Бретонские герцоги уже много веков защищают свои земли от любого зла. Когда в земли Бретонии вторгается враг, король объявляет рыцарский поход, чтобы армии герцогов, объединившись, изгнали захватчиков благословенным именем леди. Подробнее о Бретонии можно и так. Вот этого я, значит, почти добил. А, король-мертвец. Подожди, или это не тот? А сколько у них гарнизон, интересно? Я смогу их захватить? Вот если сейчас прям... Не буду даже, если отрегениваться нападу. Вряд ли. Скорее всего, надо, конечно, отрегениться. И надо прокачать героя. Так. Режим лагерь. Требуемая дальность перемещения по карте компании. Это, наверное, возможность исполнения потери. Доступ к общему резерву найма. Шанс избежать засады. Так. Режим налет. Режим засада. Честь минус 2, причем в засаде. Режим марш. Ну, наверное, логично, мне надо в лагерь перейти. Я надеюсь, что это, тут это не что-то плохое, чтобы восстановить потери. Так, теперь... Ничего себе, тут еще экипировка у него. Навыки, обеты. Высокородные бретонцы могут дать торжественную клятву служения. Выберите обет, который угоден леди, чтобы получить ее благословение. В битве на море обет защитник. Победить легендарного лорда-зверолюда, зеленокожих или темных эльфов. Я даже не знаю. Осаждаю, блин. Лучше это, наверное, принять обет уже непосредственно перед вот... Так. Вот это я могу ему что-то прокачать. Очки навыков 1. Это уже прокачано. Не-не-не, подожди, подожди. Я могу отменить? Да, вот сбросить могу. Так, атака в ближнем бою плюс 5. Влияние на дисциплину плюс 5. Это полезно, потому что у меня они в прошлый раз вообще начали текать. И тут игра явно... Конечно, они крутые, главные герои, как Арагорн и все такое, Властелин колец, но не до такой степени, чтобы всех сносить. Хотя, может, я... Так, дальность перемещения по карте. Нет, вот это вот вообще, наверное, в последнюю очередь. Вот тут еще что-то. Так. Дисциплина для оруженосцев. Аура дисциплины. Львиное сердце. Восстановление минус 5% для сплочения и держать позицию. Базовая подготовка, замедление расхода сил. Армия лорда. Кстати, тоже полезная, по идее, потому что они очень быстро истощаются. Мне кажется, дисциплину стоит взять. Да, давайте возьмем, наверное, дисциплину. Так, это... Значит, у него... А вот это тоже у меня прокачался? Подожди. Так, да, это я прокачал Альберика. А вот этого? то этого тоже могу прокачать. У него уже другое. Дополнительный опыт за охот 5. Ну, изменение порядка плюс 1, конечно, полезно, но я же не буду этого героя держать постоянно в городе, потому что там он локальное. Дополнительные жертвы 5% это нападение на гарнизон. Нанесение урона гарнизону указанного поселения. А тут, кстати, 5%. Ну, допустим, там будет 100 человек, из них 5 только убьет. Ну, нет, не очень полезное, наверное. Хотя, если там 1050 убьют, ну, такое. Он же из этих, он не может убить там каких-нибудь тварей, чтобы из этих там, вот эти вот супер здоровые, которые единица. Заказное убийство шанс 3%, очень мало. Дополнительные жертвы 3%, нападение на армию. Специализация. Шанс успеха действия героев, стоимость действий героев минус. Так, ну такое себе. Ха. Ну опыт, конечно, можно. Можно опыт взять, это как бы его фишка. Давайте опыт ему возьмем. Ой, там надо на эту... А, все, взялся, отлично. Так, я еще могу нанять отряды или знаменитые. Глобальный резерв найма позволит вам усиливать армии при нахождении вдали от дома. Правда, за это приходится платить. Там, где это возможно, старайтесь нанимать войска поближе к дому. Местные, толпа крестьян. Вот, а в чем разница между общие и местные? И на чем это скажется? Пушечное мясо. Зрелище бегства таких отрядов не подрывает дисциплину остальных войск, если те сами не являются пушечным мясом. А, то есть пушечное мясо. Да, жизненно. Жизненно. Крестьяне, пушечное мясо, да. Пехота. Так, а знаменитые отряды? У меня все заблокированы. Нужно лорду определенного ранга достичь. Короче, общие это, видимо, со всех провинций. Их немножко дольше призывать. И они дороже стоят. Почти, кстати, в 2 раза. А местные это, видимо, локально. Но их чуть поменьше, наверное, число, которое я могу нанять. Не знаю. В общем, конечно, лучников 2 отряда это очень мало. Вот, мне бы не помешал еще 1 отряд. Вот, толпа крестьян, ну, сомнительно, но ополченцы... Блин, это все пушечное мясо. Вот копья точно мне еще нужны, да. Толпа крестьян, конечно, такое. Так, а я могу несколько нанять, интересно, вот еще лучников? О! А, максимум 3 отряда. Все, это уже на следующий ход. Найма полностью задействованы, повелитель. Обучение новых бойцов начнется, как только это станет возможно. Ладно, пусть так будет. Как раз у меня число отрядов из... Как раз 3, это максимально. То есть 2 отряда лучников и 1 отряд копейщиков я еще нанял. Вот. Так, теперь давайте, наверное, в дипломатию. Так. Где тут есть, допустим, какие-то тоже люди... Человеки. Ой, а у меня почему-то я на юге с кем-то воюю, что ли? Или просто отношения типа плохие? Как мне с ними говорить начать? Или с ними вообще невозможно договориться? Просто я на эту армию увел. Если они на меня сейчас нападут, я даже не знаю, что делать. Так, я отсортировал по уровню отношения. Сейчас посмотрим. С кем у меня плохие отношения? То есть с кем я воюю? Пираты Сартозы. Нет, подожди. Мне нужно с кем-то с одним оставить войну. Это вот кто? Вот это вот. Кто это? Ага. Король-мертвец Алистер Лебо. Короли-мертвецы невероятно могущественная нежить, почти не уступающая вампирам. Их оружие излучает смертоносную энергию темных чар. А, вот, я могу 2 раза щелкнуть. И вот, тогда... Кстати, уровень силы 46. У них сила офигеть, даже не в 2 раза. Это во сколько раз? В 4 раза больше, чем у меня. У них силы в 4 раза больше, чем у меня. Так что это круто, что я их, конечно, победил, но... Очень рано радоваться. Так, надо что-то все-таки придумать. Так, это моя. А, может, поторгуем, типа? Что-то я не вижу, да? Может, от договора не нападения? Вероятность успеха умеренная. И переменчивый, то есть он может нарушить. Не стоит доверять тем, кто не придает значение договоренностям. Они приняли предложение. Так, с юга я вроде обезопасил частично. Так, а я, может быть, могу с ними теперь поторговать? Так, вот еще Британия, Боэмон. Давайте торговое соглашение. Что-то мало, конечно. Вероятность успеха низкая. Ничего себе. Отвергли, ну ладно. Потому что, типа, они более мажористые. Так, а вот еще фея-заклинательница. Ну-ка, давай торговое соглашение. Вероятность успеха низкая. Ну что ж такое? Никто не хочет со мной затрейдить. Так, ну вот. Торговое соглашение. Дары этой земли принадлежат лишь тем, кто верит в Грааль. Вы не из таких. Да я верю в Грааль, блин. Так. Так, Музильон, это, видимо, вот эти как раз мертвецы, значит, с пиратами. Может, мирный договор? Нет. Пираты не хотят мирно. Флот ужаса. Тоже не хотят. Что ж такое-то? Башкадавы. Почему я, блин, я напал на самые сильные, получается. Может, союз? Отвергли даже договор о ненападении, офигеть. Ладно. В общем, регенимся. Так, ход идет. Надеюсь, ничего радикального тут. Слушайте, сколько здесь фракций? Алистер присоединяется. Там нежить, что ли, соединилась с кем-то? Капитана Сизика. Слушай, я надеюсь, вот те еще два врага, они не ко мне все проплыли, потому что они... Крестьяне трудятся на фермах и мельницах Бретонии. Призвав на войну слишком многих из них, вы потеряете доход от земледелия. Вот я об этом и говорил. А где это посмотреть, скольких я еще могу призвать? В интерфейсе отображается количество нанятых крестьянских отрядов. Где-то здесь, наверное. Вторжение зеленокожих, благородный нет. В интерфейсе компании. В верхней части экрана. Где-то здесь. А, каждое подконтрольное поселение позволяет содержать не более 2 дополнительных отрядов крестьян, а столицы не более 8. Крестьяне, призванные в армию, не могут возделать свои поля. Если вы наймете больше таких отрядов, чем можете содержать, доход от сельского хозяйства начнет уменьшаться. Каждое поселение не более 2, а столица не более 8. Значит, у меня столица Бордело и поселение. Значит, я всего 10 могу нанять. У меня, скорее всего, уже больше. Или нет? А, ну у меня конницы много. Ну, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еще один отряд могу крестьян призвать. Ну, либо подождать, пока эти отрегенятся. Если я правильно вам посчитал. Понадобится помощь, я к вашим услугам. Можете рассчитывать. Можно было напасть с одной стороны, но все-таки нет, потому что у меня отряды наполовину конница разбита. Да, пусть в режиме лагеря. И если бы эти пушечное мясо, то ладно, но копейщики покоцанные, пешие оруженосцы покоцанные, герои еще не отрегенились, так что нет. Наверное, однозначно ждать. О, избыток поселения, провинция Бордело. Можно использовать на улучшение главной постройки поселения. Отлично, не зря я налоги убрал. Тихо, тихо, тихо. Неудача. Алистер босс совершает действие нападения на войска. А чё их двое? Так, Красный Герцог. О, он пошел на других, которые мне отказали в союзе и всякое такое. Так, подожди, так он на меня не напал, что ли, или чё? Или это просто сейчас он напал все-таки на меня? Диверсия, мой господин. Вражеский герой проник в ваши земли, чтобы творить зло. Подобную агрессию нельзя оставлять без ответа. Пытается замедлить нашу армию в провинции Бордело, но потерпел неудачу. Нежить. Наверняка ее хозяева-вампиры где-то рядом. Имея дело с ними, будьте начеку. Полуночная аристократия славится своим коварством. Полуночная аристократия испокон веков вселяет ужас в сердца смертных рас. Из своих владений в глубине Сильвании графы вампиров нападают на живых, собирая огромные армии ходячих мертвецов. То есть они могут не только в вампира обращать, но еще и в ходячих мертвецов, наверное, поэтому. Так, я могу что-то улучшить же, мне сказали. Вот это, видимо. Да, дохода больше, гарнизона. Так, а это что? Казармы. Ополченцы, ополченцы с копьями. А это ополченцы щиты, ополченцы с копьями щиты. А, то есть еще покруче. Конечно, мне ополченцы с копьями по-любому. Древковые, пешие оруженосцы. Так, а что вообще я еще могу в теории-то? Что, я ничего не могу? Давай тогда эту построим. Можно было бы, конечно, из гарнизона кого-нибудь взять. Ну ладно. Ты знаешь, кто я? Так. Может, мне на него напасть? Нет? Не получится так сделать. Видимо, нет, потому что он типа диверсант. И он один, да. Но иначе я бы его сейчас расплющил. То, что он меня замедлит, это вообще как бы... Мне нужно понять гарнизон... А, вот гарнизон. Музильон. Стражи могил. Леонес, это вот там он. Его, по-моему, кто-то уже атакует, что ли? Вампир. Смерть в копках. Стражи могил. Тяжелое оружие. Стражи могил, доспехи, щиты. Борьба с пехотой. Упыри склепа. Слабые против брони, большой урон, ядовитые атаки. Йо. Зомби, живой щит. Ударные всадники. Но у них, подожди, у них стрелков нету. Проклятые нетопыри. Слабые против брони. Кажется, у них стрелков нету. Ну вот не знаю, мне нападать или еще подождать. Вот в чем вопрос. И кто это тут еще один? А, подожди, столица это все-таки Аквитания, что ли? Нет, не похоже. Аквитания это, похоже, вообще какое-то малое поселение. Да, это, короче... А, ну поселение просто я увеличу, они, короче, взаимосвязаны. Понятно. Ну, смотри, раз он меня замедляет, значит, даже по его подсчетам я должен победить, если нападу на поселение, наверное. Может быть, я ошибаюсь. А раз это, значит, у меня, в принципе, все шансы есть. Давай. Пусти, зараза, меня. А, нужно с лагеря встать. Я смогу сразу. Незапятнанность. Так, местное население. Скверно скавенов. To victory! Honor and glory! Так, ох ты. А написано, что у них преимущество. Удастся ли мне захватить эту крепость? Музильон. Узнайте в следующей части прохождения. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь, если не подписаны. Строчите комменты. Благодарю за внимание.